сущие копейки. Именно так 47% россиян отзываются о своей заработной плате. Эти данные любезно предоставила нам Лента.ру. Многим просто не хватает на свои банальные потребности. А еще коммуналка, плата за квартиру и прочие расходы. Так ли обстоят дела в Ульяновской области, на какой работе мечтают работать горожане и хватает ли им денег на нужды, узнаем прямо сейчас. Работы довольны, заработная плата не очень. Почему? Ну, маленькая. Почему? Как у вас? Вы довольны своей заработной платой? Я на пенсии. Когда работали? Когда работала? Да нет, не очень довольна. Почему? Потому что маленькая. Ну, для пенсионера. Минимум 50 тысяч. Минимум. Повышение кварплата, сейчас 12%, там все идет. И где-то так приблизительно. И это будет... Не то, что там шиковать, куда-то сходить там, как раньше мы ходили, в кинотеатры там. Вот, и вот 40 тысяч. То есть, учитывая то, какая работа и заработная плата, в принципе, все устраивает. А если не секрет, кем работаете? Работаю в кафе летнем. Мне все устраивает, нравится мой рабочий коллектив и, в принципе, заработная плата. А вот вообще для Ульяновска, как думаете, какими должны эти показатели быть? Для Ульяновска, ну... Мне кажется, средняя заработная плата – это 30-40 тысяч, а которая желаемая, мне кажется, чтобы употребить все свои потребности, в размере 1070, наверное. Я в декрете, я довольна. Ну, у каждого человека как бы свои приоритеты на жизнь, поэтому, то есть, ну, у меня, ну, в целом, то есть, было бы идеально, по крайней мере, в Ульяновске зарабатывать там от 150 и выше. Это было бы идеально для нашего города. Работа мечты, ну, я не знаю, если мое хобби станет как бы приносить мне доход, то, в принципе, вот она и мечта, по сути. Мне хватает на жизнь. А кем работаете, если не секрет? А кем бы хотели работать? Врач. Врачом? Вот, может быть, знакомы уже в Ульяновске, сколько врачи зарабатывают? Сколько бы вы хотели зарабатывать? Не знаю точно. Посмотрим пока. Я сейчас на таком пути как раз задумываюсь об этом еще только. А вообще, по вашему мнению, для Ульяновской области идеальная зарплата – это сколько? 50-60. А какой зарплате мечтаете? В городе Ульяновск или вообще в принципе? В Ульяновске. В Ульяновске. Ну, я думаю, чтобы комфортно жить, 1100 было бы достаточно, но... С учетом того, есть ли дети, семья. Мне кажется, всем хотелось побольше зарплату. Сколько? Ну, для нашей жизни, наверное, 1040 сейчас. А сколько зарабатываете, если не секрет? Ну, зарабатываю около 30 тысяч. Для Ульяновской области, как думаете, это хорошо? Для Ульяновской области, с учетом того, что ты работаешь на одном месте, это средняя зарплата.